вот это? Нет, зеленая, видишь, отмечено. Это третья зеленая точка где-то вот тут. Тут будет очень мало оборотов. Если бы на нас там нет. Понятно? Ну, говорите, команда. Тут я жил уже с конца ноября 2020 года в Киеве. Уже и вполне себя освоился, работа есть, уже планы на будущее начал строить, и тут война. Вот тогда я решил, что я остаюсь тут, что я и так остался без родины, а теперь еще и мой новый дом рушат, поэтому я и присоединился к отряду. Я одновременно высовываю. Вы посмотрели по сторонам, допустим, чисто. Ну а как можно оставаться в стороне, когда происходит настолько ужасная вещь? Как я могу просто быть дома или где-то себя спасать, защищать, уезжать, когда тут творится... Если говорить простыми словами, это беззаконие и терроризм. Как можно не сопротивляться этому? Амбиции не оправдывают. Люди страдают, люди умирают. Умирают женщины и дети, бомбятся мирные города. Я ожидаю нашим братам-украинцам перемогчу в этой войне. Мы должны, колени должны смотреть вперед, еще раз объяснять. В случае падения... Все, иду. А где вырубят?